Ульяновской областной детской библиотеке имени Аксакова прошла акция, инициированная Ульяновским фондом поддержки детского чтения и издательским домом «Алдор». Библиотеки ульяновских школ получили в дар книги Анатолия Козлова «По следу радханитов». Почетным гостем стал сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Ну, это очень важная акция, и уже в Ульяновской области на протяжении многих лет уже сложилась такая добрая традиция. И не случайно Ульяновская область слывет. Книжный союз, во всяком случае, Степашин Сергей Вадимович мне доложил о том, что признана самым читающим регионом, самой читающей областью. И здесь и губернатор, и законодательное собрание, и я тоже стараюсь работать над обновлением книжного фонда. Эта книга не скучная энциклопедия, не красочный альбом. Это приключенческая повесть, основанная на реальных исторических событиях. По мнению ее создателей, она будет интересна и детям, и взрослым. Эта книга – продолжение наших уже известных книг серии «Атлантиада», посвященная мировым цивилизациям. Эта книга посвящена русской истории. И создавалась она специально для просвещения наших детей и их родителей. За основу сюжетной канвы взято путешествие в эпоху времен Александра Невского двух подростков – Глеба и Евы. Ребята становятся участниками и наблюдателями многих событий, которые определили развитие России до сегодняшнего уровня. Те, кто уже смог познакомиться с произведением, говорят, что это чтиво захватывает и заставляет читать, не отрываясь. После проведенной акции в библиотеке мы решили проверить то, что опубликовано в блогосфере, прямо бросающая тень на Ульяновск читающий. В самом читающем городе России, как это признано на федеральном уровне, недавно был возвращен после реставрации знаменитый философский диван Обломова. Сразу после этого компьютерную сеть облетела фотография, будто бы в слове «философский» на этом диване теперь красуется буква «В». Однако, как видите, это не так. И самый читающий город по праву называется самым грамотным. Кто и зачем ляпает такие картинки в интернете, пока непонятно. В сети уже 100 раз обругали градостроителей, архитекторов, чиновников. Как выяснилось, почем зря. На Обломовском диване в слове «философский» ошибок нет. Значит, наш регион действительно самый читающий. Не зря его так назвал Федеральный книжный союз. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.